Уважаемые москвичи и гости столицы, шкалят датчики. В Москве жара. Подобная температура в городе была зарегистрирована 125 лет назад. За окном плюс 39. Спасает легкая одежда и легкая надежда на дождь. Все, точка кипения до изнеможения. Весь город в пробках, где мое терпение? Девочки в юбках, next поколение. Такие сексуальные, это мое мнение.